травку, она для вара. Если только травму психики. Ну смотри, провокация это считается магия. То есть, когда я каждый раз Фу. таунчу, я могу это захилить кого-то. Это же классно. Нормально. Логично. Не поспоришь. Сам понимаешь, какую дичь несешь? А я две одену на ДК, нахуй. Буду в два раза хилить его сильнее. Обновите плаг и каску. Там танку что-то орет на арбо. Сум, блядь, суп ему нужен. Суп, суп. Гел но. Похавать хочешь? Какой тебе Гел но. борщ? Или щи Что-то заебешь? дыхание задерживаешь. Уху ему. Рассольник ебните. Ухуел? Полностью он ухуел. Так, погоди, Дайте вокруг холодника. босса встаем. Что? Вокруг Где босса медь? встаем. Где медь? Ну, можешь встать, если быстро собираешься. То может, Пентаг... там локи в основном Пентаграммой собирайся. встаете. Да. Обратный. Обновите кулаки. Пикап. Для чего вздыхаете? Люди могут умирают. тоже обновить кулак и каску. Что там, сбегаемся, ловим или что, или как? Или в три точки? Я в три точки сделаем, как обычно. Там просто когда сбегаться ловить, очень много урона получается. Давно на фурике не играл. Давайте этот. Ксандры, скинемся по одному сразу с пула. Рыбку ставить, кто же не падал? Сейчас пойдем Не спать, своей. Да, сам будет стак. Никто не падал. Все, тогда добьем пул, дам. Первый танчик, кто хапал? Ой, попал. Войт, войт. Окей. Все, тогда добьем пул. Да не в метку, реншотим просто набей. Просто я сказал вынести, выносим, все. 2, 1. Блять, иди нахуй. Я же сказал, Вара, давайте скинемся по Сандеру. Я сказал, что накиньте, я два. Саня, с рейнджи уйди, блять. Два Романов, иди. Не, в мили есть, одну, два РДД должна быть. Давайте быстрее. Очень близко стоите, на четверых плюнула даже. Гера откатится, сдашь потом, как раз под этот. Там телек у кого-то. Ну точно не у меня. Все, один мили есть, два варда. К танку давай каплю по войну. Геру дайте. Так далее. А, все? Окей. Все, прожмитесь, у кого еще есть. Дать нас? Давай. Все, забирай, босс. Танку, ага.
Дай по мне сальву на снижение гротунку. Мимочка, гимна ману прожми быстро. Похопала ману съела. Инер похопала, дайте тоже. Хакума. Танку прожимай 50 на 50. У меня в КД. А, в КД? Ладно, сейчас заберу. Через 5 секунд. У меня 4 стака. Что, не да, с меня скинется. А, тогда тебе не надо было. Че забрал? Че не надо было? Все, добей. Нам на брофа не хватит. Ну, блять. Ну, по-моему, только время на него потратим. Мы можем попробовать. Сложно, но можно. Не, ну если люди не были в десятке, на нем будет сложно. Да, да. Даже пробовать не стоит. Ну, надо проносить, когда конкретно время есть на это. Туда. Надо проносить, тогда оставим их. Че, Сань, чем купать? Не колбу с него. Как забронировать? Как забронировать слот, слот на доброноску? Прийти. Мне электронную почту пиши. Кого на почту прислать? Фотку там, короче, раздеваться. Жопу своей. Только ее предварительно побрить еще надо. Так, пока в рейде нету. А что там люди на профа пошли? Чтобы попасть на допронос, надо разговорить Вику. Вика, хочешь? Вика, хочешь жопу на почту скину? Кто такая Вика? Я устала. Я устала. Ну устала, так отдохни, блядь. Устала, говори. Я говорю, что забронируя слот на допронос, надо разговорить Вику. Зачем? Говорить Вику. Да. Ладно. Так, ебать, вы на кровь или на валитру идем? Го на валитре. Что-то вы там как-то пошли, мы тут такая. Давайте валитре, а потом кровь уже, нам только кровь и останется. Попробуем потом, ладно, сколько времени будет. На валитре. А 25-ки также 30 минут дает. Никто квест не берет. Сейчас, если возьмете квест, пойдет таймер, и тогда кровь точно не сможем сделать. Нет, там таймер запускается, когда заходишь вот в этот коридор. Ну, когда вот эту лестницу касаешься, второй. Поэтому лучше не трогайте квест. Я думаю, лучше в 3 танка. Там 2 нормально. На мобах. А, на мобах ты хочешь, чтобы я спекнулся? Да. Можно перекурить 2 минуты, пока трэш чистит тут? Юля, давай чистить, сейчас готовься, разъебывать меня будет. Блядь, я отойти хотела, Славик. А-а-а, я бы сдох. Давай. Ну давай, ты сдохнешь. Мы рейтим только 1 час, все уже отойти хотим. Ну, там недержание у всех, что ли, началось. Кушать надо. Курить? Раз в час, нормально. Я тут опять жрать захотел. Жрать, спать, срать. А ты так и делаешь. Направда. Слушай, ты не доебешься? Он веру сейчас отлетит. Не-не, нихуя. Веру, что посиди, реально. Видишь, не я отлетит. Оман, смотрите, ребят. А, блядь! Оман, это ужастик такой, фильм такой. Это нахуй ты на меня боб... Тебя спас он, наоборот, ему спасибо, ноги клонись сильно теперь. Я мог это...
Поражать трассу. Если Серафима должен был умереть, ты. А. Ладно. А, это в натуре, ребят, трэш стоит как манекен, он единственное, что за огром следить, все и клинуть. Тяжело. Можно сказать. Ну что за полегче? Я хоть верну сейчас. Сейчас поднесу. И поем. Ясно. Заебись. Заебись. Он сработал нормально, а раньше не сбивался. Если она начинала кастить. Уйдите, милик, милик, уйдите. Она кастует же под себя. Я сам не дал. Это не работает, она кастует. Так я вон сбился, 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 а? Да, я тебе говорю, сбился. Посмотри, дал стан. Не сбился. Не, это не тот стан. Ну ты не видишь взрывы, что ли? Ты что, не помнишь, как он вайпался на это? Блять, я же бежал. Так я так и написал, не могу набрать комбопоинт. Ты помнишь? Да. На десятку. Тогда поясни, в каком моменте у меня бомбит, блядь. Нет, там бомбочки же не было, ты там написал я. А. Не бомби же. Да. Ну, это же на лайк, когда ты невидимые бомбы видел. Хапал их. Не было, блядь. Каждый раз на тебя даешь СС, и каждый раз он успешно надо понадобился. А, кстати, Войд, научишь меня телеседу танчить? Угу. Не. В смысле? Да. Ты же в десятке не танчил. Не, он там специально куда-то ставит. Ну, к стенке туда. Да, по полу. Там, понимаешь, если босс до тебя прямой луч проводит и не видит тебя, он будет бежать до тебя, и как тебя увидит, только... Ну, там уголок есть. Да, да, типа это. За уголок встаешь такой, он подбегает к тебе, встает сам в уголок, и тогда уже танкуешь его. А что у вас, Сакуна релогается? Ну, я заебался в этом рейде сидеть. Только вайпов уже. На трэш. А я делаю сам Мерлок, уже я глюкануло, но игра полностью. А, окей. Да, мы шутим, это нормально. Ну ты не шутишь, ты бы вышел. То я? Он бы выкинул. Сейчас серьезный врыв будет. Там хилы на контракты надо подняться. Короче, это, отойдите, милики, там три полководца, три вертушки. Забери одного полководца или танку. А, ты найди их здесь. А по нажимай тап, тап понажимай. Это что это? Тап, ну рядом с капсом кнопка. А, ну что? Ой, больно в ноге. Ты походу не только ноге, блядь. Охотницу пейте, ребят, она у вас стреляет, да. Заберите охотницу, она у меня здесь. Такие случаи говорят, ты когда-то меня вела дорогу пить. Мать, охотницу не в этот не ветер надо. А убить ее просто. Я забрал охотницу. И успешно в рейд ее повернул. Нормально. Я вроде на меня стреляет. Не, Зип, я тебя научу вовремя давать им кап. Это как это, в слогане. Ладно, да я ему за таки. Если бы моя бабушка релила, она бы сказала, я тебя научу, блядь, свободу любить. Пирожки лепить. Давайте. Под Лениным ходить. Это точно. Но... О! Что, милики, нормально? Душа. Кто-то к Ленину пошел. Может, только вы быша умеете крутить? У них взрывной быш. Нормально. Издеваемся над мобами, да? Сколько я хоть бы не лоу дал? Тухло.
Не знаю, там меньше 10-го места я не видел. Чё? Стоп-лопост? Ты хочешь сказать, что я меньше, ниже 10-ки? Да. Я ДПС делаю? Да-да-да. Плавайте. Вон уже скинули. 12-300 на 4-е место. Юля, сейчас тут хилить нехуй, можешь отойти. Я уже пришла. Это, блядь, чел еще позвонил. Я играю одной рукой, ну пох. ИВБ, ты можешь тут в ШП, а мы можем успеть на хапала, чтобы два хапала летало. Так он не сможет, бой же висит. Или ты про Валитрию сам? Нет, ну про Валитрию, конечно. Она опять забаглась, надеюсь. Блядь. Ну это в щиток. Да. Смотрите, место откуда таунтить надо, чтобы Валька не сдвигалась с места. Это где? Вот где я прыгал. Бля, где? Да вон. На вот этой черточке. Вот именно на эту. Ага, вы увидели? Блин, не забавилось. Ну зато хотя бы этих не призвала. Че, кого там? Придут. В кого-то вилку кинет, вилку в глаз кинет. Вилку в глаз. Хант, хант, какой-нибудь из вас. Есть крабик у кого-то? Пет. Если нет, сейчас пойдет пиловищу. Можем подсказать место. А, Саня, нельзя подобрал. Искать легкие пути. А... Кто подобрал? Я. А я просто в инвентаре места нет у меня. Ну, крабик 40% входящего из хила. 40? Да. То есть хапалы через крабика там. Нереально. Я выйду. Либо через ДК кровь можешь. Принципе, нет, нет, тоже. Тогда через лока просто доспех поменять на фиолетовый. Саня, упрытка. Ну окей. Опять меня? Ага. Ты принял вилку. Тебя проткнули. Все. Тебя теперь никто замуж не возьмет. В заметках ему поставь дырявый. Вилкой в глаз или ГП раз? Он наоборот не вилку подружил. А, понимаю. Буллинг, да. Буллинг танка. Че с Валитри падает? Там пояс интересный для латников есть. Более танк. Кто там поет, блядь? Так, ИВБ, будешь ШП? Если хочешь. Давай, ШП, это наверняка хапало, давай. Полетаешь с другим хапалом. Бля, спина пиздата падает. Я думал, ты скажешь, спина болит. Да-да-да. Тоже думал, что скажешь, спина болит. Это только завтра, наверное. Ставлю рыбку, давайте по пасту. Вот ведь есть крабик. А поставьте, пожалуйста, метку и оставь его там, прям рядом с Валькой. О, крабик есть. Давай я на нем череп поставлю, или... Ну, череп больше видно. А, ну да, это не крабик. А, это лобс. Неплохо. Ну, тогда аналог, на котором будет доспех. А что, у лобстера нет такого? Нет. Это краб, он просто переименован, господи. Нет, сомневаюсь. Нету в игре лобстеров. Это имя. Это просто имя. Лол, ебать. Нет, в игре лобстер, ты гонишь, это краб. Тем более лобстер, он по-другому выглядит. Это краб. Это краб. Вытащите краба, кто его убрал? Бля, краба хавали. 5 минут, где? Краб, вы палочки, блядь, сделал. Короче, просто лока дайте на лока метку с доспехом. Лок, Романов, сделаешь доспех? Окей. Все, тогда давайте, поехали, добавим пул. Мы в 3 танка? Нет, в 2. Ты можешь спекаться. Не, давай ты спекаешь. А зачем нам ДБМ? Да пофиг. Еба. Я справа, короче. 2. 1. Справа. А я где? Посередине. На потолке где-то там. Какой маршрут у нас? Полетаю. Я не знаю, но в один фрейм? Как вы там договоритесь? Подожди, маршрут тупо пуст. Куда летим вначале? Маршрут указывает Google Maps. Куда-нибудь в Азерот. Подавите. Молодерного дайте что-нибудь. Подавители долго бьют, ребят. Подавители первый приор здесь. Мак вышел.
Источающего убейте, а он второй приоритет здесь. Вон там подавители бьют, ребят. Что делать? На нахуй. Давайте БР. Как умер? Ближний бой 25-800. Ты ебнул, что там? Да ё БР, на нахуй. Меня в зомби выгибал. Ты рядом с ним стоит. Ты какой-то инвалид, тебе ёбнул. Согласен, аж позорно стало. Заходите, давайте. Подавители слева идут, или один справа. Когда Паджерос убивайте, сразу ауе закиньте в него, смотрите. Все ауешники, гроза там. Да, надо сделать вот так. Скелет справа. Сторгающего память РДД залейте, пожалуйста. Хайрине, когда скажу, бомжей сдашь, когда у паладина по 40 стаков будет. Давай, Керус, как вчера за Уджин кусаю. Ага. Да уже хочу пойти похапать. Я тоже вообще не ел целый день. Подавители справа слева идут, плюс Паджерос. Серафим, подавители ты бьешь. Этого петуха в последнюю очередь бьют. Да, подавители первый прилетит. А остальных потом. Паджерос вообще последний может вырубить. Он исторгающий. Исторгающий второй прилетит. Его должно убивать. Я его удобного отнесу, его должен убить. Но... еще один удобный. Черви, блядь. Сколько стаков паладины? 29. Ты чё, в хупале? Нет. Подавитель нужен. Но он же паладин. Этот вышел. Исторгающий? Да. Да убить его. Где? Червей залейте сейчас. Все, давай эту Геру. Хватит, я думаю. Вон, лок, меняй доспех. Бомжей сдавай, ДК. Силы возвращаются ко мне. Они точно успеют? Успеют. Вряд ли. Мне кажется, успеют. Всего заходите с этого. Огненный. Справа. А почему показывают, как будто две частицы уплывают? Да. Что это такое? Исторгающий. Исторгающий. Он не сбивается, надо убить его. Дайте его. Черви. Черви. Ешь ты меня. Они меня едят. Ты вкусная. Плащ. Нет, черви такой дегнит, плащ. А шея на танк. Плащ, сука! О, кольцо-то, что надо. Плащ, сука! Да. Да пиздец, блядь. Ой, тебе а, шея нужна? Я две шмотки. Да. Че? Шея нужна тебе? Угу. У тебя просто тоже 260-е. Ну, копеечка, посмотри. Там видишь, здесь 260. И заметка, у меня лучше. Там 264. А, у меня скоро Герра и Цурукашная. А тебе там шею, да? Сразу. Угу. Разрольте вот это времени, это место, то, что здесь шмот.
Лазерно, зачем тебе кольчуга на этот? На ману. Ой, я промахнулся. А она да. Кому-то еще нужна? Кольцо. Тебе на трансмок мог подать? Херня. Давай, халява. Мне нужен. Сука. Да. Видимо, Серафим нужен. Что за... Лазерно нужно. Сотку. Ну все, там можно дальше не делать. Что, тебе дать на трансмок голову? Если можно, да. Я уже отдал. Че, пробуем пару. Мне-то оно зачем? У меня латная голова. Так ты же сказал, если никому не нужно. Я про него говорила. Тебе нужна на трансголова. Отвечайте за самих себя вот тогда, в следующий раз. Все. Я ни за кого не отвечала. Так ты же только что сказал, что за него сказал. Что ты мне мозги компостируешь? Все, голову на кровь. Так, смотри. Нурик, чтобы не запускать сразу трэш, можно локовским глазом выцепить весь и да, уже давай. Начинать с принцов. Просто не заходите внутрь, где вот сова да. Прыгает жирная такая. Все здесь стоим и ждем, а лок просто Грич. Глазом выводит. Да. А Грич. Просто в комнату не заходите. Может тоже в танк там трэш лютый будет. Всю уже... пачку или половину? Можно половину, все равно что есть. На... Будем делать. Лучше не спешить. Касты гнев, знаете, есть у нас. Глазик пошел. Может, спина к ней не будем стоять? Точнее, спины, чтобы не закинул на лестницу. Чего? Ну типа короче, они скидывают. Если не ставите и все. Да. Вон это вон. А, блять. А где твоя расовая, которая ты тогда? Да он что-то на секунду согрелся и убил. Сорян. Я еще раз сказал, не стойте спиной к лестнице. Второй, а не первой, который вниз. Иначе вы сейчас запустите время, и мы точно поезд не сделаем. Че ты лежишь, Керос? Ты думаешь, меня кто-то поднимет? Да. Дальше пулить? Да, дальше. Только о, смотри, там тактики очень жесткие. Я надеюсь, вы пока вспоминаете, как там на лане что делать. Я тоже надеюсь. За хилом сбегаться. К хилам сбегаться, говоришь, да? Ну ладно. Да, сбегаться вообще в одну точку и кусать хилов. И просто трахнем жестко лана. Тактика бить. Главное на взлетке сбежаться. Не, вы знаете, сейчас. На... Оп, ветра подняли. Как говорится, все, кто любит кривить, любят умирать. Кто ветра поднимает так? Я в другого поднимаю. У вас есть череп. Либо он будет или нет. Он стану неприятный раз. У нас на ванну как раз 1-2 трая только будет. Там доброход только будем делать. Какую тактику на ванну? Ты же был на ванне. Ну, то же самое здесь, только больше людей. Тут типа ты хочешь сказать, другие боссы отличаются, чем от десятки, что ли? Ну да. Пак ты сбегаешься, огонь выносишь. По бокам. Череп мим. А чё, кажется, нам решили в одну секунду сдать. Всё, диминишинг. А как не работает?
Наверняка куда тут наоборот уменьшается время следующего стана. А что, вы квест уже брали? Там большая жопачка идет. Блять, тут этот арканат на лестнице наступает. Зачем? Фулпачка, фулпачка идет. Чего я не наступал? Я видел. Нет. Тактика. Крест сразу заливайте. Сейчас жопа. На них первая работа. Паладиновский, да? На диспенсере? На диспенсере. Танку дай каплю. Хил упал. Блять, это тактик, потому что хилов режет. Кто упал, вставайте, тут трэша дохуя, пока вы придете, он уже еще будем чистить. Массакру, нажимай танку. И вы... Видите, крест. И ВБ дай зубы по войду. И можешь вара вмешательство войда дать. О, блин. О. Я танк бы забрал. Нет. По гильдийской скидке за 20к можешь забрать. Хэ, да на ауте там пятеру стоит. Не пятеру, значит. Не пятеру. За 12к такое кольцо. Я покупал за 12. Атошки хочешь? Но они же на Мара не идут. На Серафима точно. На Брафигара хорошо. А где это кольцо? А что там за ножки? С РПБЛ. Мне тоже надо заменить. Где кольцо? Я не вижу. А все. А надо да. Было раньше. Там еще да много. Я не вижу. Ну, он мундир карты. А где кольцо? Я не вижу, могу забрать. А все, наконец-то. Опять, это последняя пачка. Мундир карлика, блять. Ну карлик хуя, но а надо было гном. Чё? Так, кто кого танчит? Три танка и баш. Ну. Квест это точно не мне. Потом потеряюсь, берите квест. Ну я тогда как. Все, проходим. Раз. Все, 30 минут. В десятке тоже этот же квест. Кайф. Да. В десятке его хоть выполнить можно. Да. Можно в 2 танка, но в 3 лучше, да, будет? Да можно в 2, но... Квест это возьми ты, мы заберем остальных. Я ставлю рыбку смотреть. Когда я говорю милики или РДД разбегаться друг от друга, разбегайтесь друг от друга. Локи, старайтесь своих петов ставить на эти огненные бомбочки и не позвольте ни одной упасть ни с какой стороны. Даже если она далеко падает, тоже ее надо поднимать. И все. Жар там огня, просто ему от огня зайдите, там милики урон получит и все. Все, давайте. Готовность, все бафы есть. Какой мой? Я первого возьму. Со мной пустой просто. Первого кого мой?
наши силы едины! Не знаю, у кого фласки выпить, и не у всех рука есть. Инзип вообще без фласок. Чё, чё там? Бока пейте. Не, бока богатыми надо. Нормально. Всё, на темпу даю, каждый раз. Времени мало. 5, 4, 3 Геруску оставлю. 1 Друг от друга отбежали быстро. Все нормально. Псовы, встаньте где-то подальше, чтобы килисета не трогать, и его сверки тоже. Смена цели. Акилисета перешла. Смотрите за вихрением, не бегите туда. Иначе оно станет большим завихрением. Аккуратно Акилисета и РДД можете подбить, наверное. Сколько там игра? Аккуратно, только сверки не играйте. Совы можете там не бить. Здесь сверки поднимайте на мили-зону. Милики, вам не надо туда идти. Вы, блядь, сейчас все сверки убьете, войду, и он умрет. Вон, поднимите сверху, вот это прям в мили-зоне падает. Еще и вихри появились. Смена цели. Все смотрите, талдорамы бейте все талдорамы. Поднимите сверху вот эту, да. Все талдорамы. Милики, можете вместе стоять здесь. Единственное, что огонь. А РДД станьте вокруг, чтобы конусом не бил. Вот этот огонь. Вон жаркое. Разбежались. Нет, не разбежались. Потрясающе. Это не то. Это видишь, просто маленький ветер, к которому не надо подходить, это все. Мази спел. Сейчас надо будет разбегаться, только не вправо. Отведем, то есть, а разбежались друг от друга. Друг от друга разошлись. На килисету. Подбивайте его аккуратно. Сфера падает. Можете побить, подбежать, побить. Только без сов. Да. Сов не любит здесь. Вот здесь сверка падает, смотрите, череп поставил. Вихрь. Там вихрь в килисете, милики. Так что. Не подходите. Милики, не подходите просто и все. Он же сказал, не подходите. Мина цели 5 секунд. Милики, можете уже к этим идти. Центр прям за вихрение сделал. Тандорама бил. Сверка. Тем мало от огня, если кто огонь держит. На там. За халявы. Смотрите, сейчас сову уебет. Опа, на, и полетел. Я всегда хотел научиться летать. Блять, память. Да, я мечта исполнил.
Все, боешки упал. Круто. Боешек. Круто. Там голова на мутика. Планов. Сколько хилов надо? 5 нормально будет? Лучше 6. Если ты хочешь на ранже стоять, то 6. Короче, тактика, осторожно. Башку можно порубить. Давайте извинца, а потом шмот разрубим. Ваня. А почему у меня реально, смотрите, пишет, что Серафим, а у других Серафим? Шера. Вот именно. Может, его первоначальный ник у тебя каким-то выросли пишет? Потому что он Шера. Он Шери, видите, у нас. Это только на тебя таргет. Не, ну у меня только один. У меня все. Че? Все донны его ник. 6 хилов пойдем? Давайте 6 хилов. Не, вардроп? Нет, Вероника теперь. Ну типа, Вероника не так много ДПС дает в рейтрике. Блять. Изначально на хупалом должен обновиться. Мы ее каждый раз спекаем, как и там. Потом что-то пошло не так. Надо было делать мага. Вот. Его не во что спекать. Потом будут просить во Фроста, в Аркана, бля, сейчас придумают Т5, Т6, блядь. Да это знаешь, без разницы, ты все равно шел как ТД, ты и идешь дальше как ТД. Все там. Это тебе так кажется. Зато видишь, какую пользу для рейда приносишь. Чем эти 4 вара бесполезные, блядь. 4 вара, блядь. Мы хоть не 4 вара раскол на стакать никто не может. Раскол только я стакаю. В протоваре стакаешь, да? Да, да, это самое. Вам 4 вар 260 не надо в стате. У нас много вар. Ну если 20к даешь. Палку. На выходе нет, какой упал. На выходе нет. У нас 20к только с шемом армс дает. Умка, я видел его. Он пипец заряжен у вас. Пиздец. Зачем так играть? Его всем накормили как. Я вообще не понимаю, зачем он в рейде ходит, у него же все есть. Ну так вот. Можно отдыхать. Поддержка. ДПС показать. Ну смотри, он наелся, он помогает другим поесть. Вот это называется поддержка. Бля, что, колбу уже все прожали? Колбу сломали, что ли? В большой семье клюв. Она целая стоит, но нельзя ее заюзать. Давайте ее стреш. Это как цыгане какие-то, блядь, окружили. Ненавижу, блядь, цыган. Почему? Ой, блядь, какая-то история. Че, тебя в детстве цыгане украли? Нет, они ко мне во двор нахуй зашли. Не, это просто большой куш, надо было посмотреть фильм. Художественный фильм спиздили. Спиздили. Да, не спиздили. Вот видишь ауру коня, а скоро ее не будет. Коня спиздит. Нахуя, говорит, мне дом... Коня уже спиздили, осталось ауру. Нахуя, говорит, мне дом на колесах, если у него, скоро ее не будет. Почему у нас тактик позади, его первым стрельба? А он чаржится в задних. В заднеприводных. В заднеприводных, да. Что там сзади стоит? Там сзади вон Маддеди стоит. У нас какие-то совы, знаешь, не передвижные, а стационарные. Не двигаются вообще. Они как у ракетной установки забили. Как начали кастить туда. Ракетная установка. Они пока нацелятся. Попустим. До Старфола осталось 10 секунд.
Подожди, Диклофенас сегодня с нами в Грумакике был, Дихофос его говорил. Да, Дихофос. Какой-то, блядь, от жуков нахуй. От жуков, блядь, отрава нахуй. Стекайся, стекайся. Тут боюсь. Грустный РЛ, да? Вообще, говорят, лучшая тактика, когда в куче стоят, типа, что, типа, больше ДПС из-за того, что пак ты не сносишь. Вот. Типа, у нас 236 на сурке было ДПС. Ну, блядь, если на РНЖ стоять смысла не будет, точно. У нас тогда жестко прохиливать надо будет, там же какой будет кидаться. Ну, 6 хилов как раз для этого. Ну, давай попробуем. Не в танк, а или попал в танк. Лучше попал тут. Проблема в том, что кто бы выбежал, а кто останется в мили-зоне. Ну кто-то выбежит, ничего страшного. Кто? Дима уже побежал. Сапрота будем пить? Ой, блядь, я не знаю. Хуй знает. Да... Я тоже не знаю. Ну сколько там... Блядь, сколько они там дают? Ну 5% снижения дадут. Ну, не знаю. Видишь, но время немного. Зачем? Потом уже, когда пойдем на допронос, уже тогда можно полноценно выпить. Да, сейчас максимально давайте, ребят. Как я не себя бесит, как раз 26 минут на лут, после этого все разрулим. Кусаем как? Кусаем? Ну топ ДПС. Рекаунт открываешь? А если у меня нет его? Скачиваешь, ебать. Короче, пускайте две канавта, две совы. А у нас шипешка есть? Шипешку можно куснуть. Но она вообще мало ДПС дает что-то. Надо в ДПС кусать, ну, приоритет, да. Потому что мы так не убьем. Можете Серафима, Сильвера кусать, Браксигара. Хайринью тоже можете кусать. Ага, а мне не надо. Керуса кусать, халяву кусать. Короче, почти всю мили-зону, кроме Мадеди. Сразу СС и раскидать, сразу все по максимуму. Сейчас если раскидать, это давайте. 4 БР у нас всего лишь. Так, СС. По кому лучше дать? Каску дайте по варам. Смотри, СС, ну по друидам. Это самое, вот смотри, ИВБ на первой взлетке. Ты всегда даешь вот пул, ты даешь на себя антифир. Когда челик бежит с роящимися тенями, ты его диспелишь. На первой взлетке слей гимн на ХП. А на второй взлетке... Сольет уже шипешник, чтобы тебе полноценно щитовать, там, хилить мемочка. Так. Танку помнишь, да? Только автоатакой там не таунтить, ничего. Крыса бегает, крыса. Да, да, да. Че там, готово? Все, давайте. Добавим пул, даю. Сразу врываемся, да? Угу. Сколько там начали? 4 укуса? Сандеры настакивайте, вары. Тут ППС нужен. По одному сандеру все скинулись. Бат. Сказали же все вместе стоять, под жопой прям. И ВМП. А вот про что я говорю. Люди дикие, блядь, не останавливают, короче, все, а блядь. Кто не разлил? Кто разлил? У нас люди не знают, что бежать надо. Диван на кого-нибудь, диван на кого-нибудь, и успеем заново встать. Роящиеся тени, да, убили? Да. А кто разлил? Ну и ВБ. Масрез. Зачем диван на мага, если у нас в гильдии нет масреза? Есть, кстати, шаман? Увидел самого первого. Так, встал. Я думаю, что-то... Ну, я думаю, не кильнем. Ну, не знаю, что уверенности нет. Я тоже что-то не уверен. Давай еще потравим, чуть-чуть времени есть. Или разролим просто все игру. Да, да, лучше ро, что лучше надо пронос прийти, да, со свежими, да, силами. Ну, там люди, как сказать. 10 минут, тем более, реально, что же помочь сейчас? Бой начинается сразу. ДПС там вон по десятке
меньше десятки, 7-8, это, ну, на лану это не ДПС, надо, чтобы десятка была. Вот эти вот сколько там, с 11 по 17 место, 7 человек, ну, очень мало ДПС. Лог 4000, это не ДПС, то есть, ну, лана не ляжет. Просто мы хоть, ну, можно 2 часа на ней потратить. Да. Просто будем падать и все. Да, роли туда. Я очень хорошо. Туда идите все обратно. Да. Ну, кто не хочет роли, сможете идти. К выходу идите все. Дайте РЧ и придите просто к выходу. Внизу я сейчас дам. Ладно, все как всегда. Рел говно, вот кидало. Пытаться не выполнять квест? Серег, спасибо, что напомнил. Там от тебя Хант отъебался-то, нет? Я, короче, ник поменял. Но он заебал. Но на фонке что уже переключился, я видел. Опускаем.